Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за кхмеров против 6 соперников. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео имеется. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Дедушка, да, блин, ты построишь, когда война кругом. Тут была армия Конечно, когда у Франции научное чудо, почему бы ей не догнать Австралию? Индус, давайте открытые границы дам. Ты, в общем, правильно идешь. Слушай, стяжатель, давай ты мне отцепишь немного денег. Даже не знаю, зачем мне это делать. А что за стяжатель? Ну, чтобы повоевать с Кореей. А зачем со мной воевать? Ну, ты там с хвачками сейчас будешь. Ну, или ты мне отдаешь Индрапуру, и разговор закончен. Ну... Если Египет не против, то мне все равно. Египет? Не знаю, правда, как Египет может быть против? Категорически. Ну, а что я могу сделать? Только я не очень понимаю, зачем тебе Индрапура. Ну, получить ему бонусы какие-то, вместо того, чтобы... Ну, не строить же уже сейчас города. Ой, когда ты так... город между Карфагеном и египетским бывшим городом. Да? Что? Вот этот Хайдерабад. Кхмер сносил египетский город, чтобы поставить туда свой город, а воспользовался... Нет, агент там был. Нет. На месте Эдфу был Мемфис. Да, там где Эдфу, там был Мемфис, вот его я снес. Не, я вот про вот этот Хайдерабад. Там же тоже вроде что-то стояло раньше. Там Карфаген был недалеко. Ну вот Карфаген был северный, это я знаю. Ну Хайдерабада не может быть. На месте Хайдерабада ничего не может быть, потому что Карфаген мешал тут город поставить. Не, справа от Хайдерабада, по-моему, стоял египетский какой-то город, его захватили, я увидел границы Мера. Ну там за горной грядой был египетский город. Скоро Золотой век кончается. Ну, там на перемешку у Кореи все. Мечники, рыцари и арабы. Да. Ой.
пустынный обед. А ты, кореец, на Индрапуру пошел, да? На Харалайю ничего не повел? И туда, и туда. У тебя на все хватит. Блин, я облажался, мог еще пророка взять, блин. В итоге мне еще в два раза больше накопить появился. Вера. Ничего очков, никакого пророка. Все, кто-то защитник веры взял, да? А нафига? Это... Да мунлайт в своем стиле. В смысле нафига защитник веры? Ну нафига, на тебя никто не нападает, ты сидишь развиваешься, просто тупо взять, да? Ты знаешь, на каком ходу это было? И что, на тебя кто-то собирался нападать? Ну я ожидал, мало ли Египет нападет или еще кто-нибудь. Ничего, слово кто-нибудь. Защитник веры это всегда берется. Только первой основой, поэтому не знаю. Никогда первый не беру защитник веры, чисто для того, чтобы его взять. Только если рядом есть какие-то опасные люди. Есть и другие верования, которые дают намного больше бонусов. Ты в любом случае будешь расселяться, и в любом случае ты будешь гранить с кем-нибудь. И в любом случае тебя сочтут опасным и скажут типа, ну давайте выносить его, а то у него что-то слишком много на науке. Поэтому я делаю так, превентивно. Как это в любом случае будешь расселяться, в любом случае... То есть в каждой игре обязательно говорят, давайте его сносить, и это обязательно сносят. Ну вообще, почти в каждой игре предлагают меня сносить. Люди злые. Так. Свои ноги. И тебя никто не сносит. ДНР ядерен. Что-то всегда так. Ну... Защитник. Не надо в этом так, туда. У меня... А, потому что я военный лагеря построил. Поэтому могу... строить... Блин, а где там уже арбалеты? Великую библиотеку построили. Мы уже давно построили. Да? А, только нет, решил сообщение полистать. Нет, это Каса де Кондратасьон построил. Полагал. Отвечал. Здорово. Не про то, короче, про что дал. Ну что, Египет? Сейчас ты меня перекликал. Похоже на то. Мушкеты. В Ресифе. Готовятся захватывать Брисбен. А вроде нет. Объявляй войну корейцу, индус. И эти юниты обстреляю тогда. Мне еще несколько ходов надо, чтобы подвести ходов. Ну точнее. Они разве не договорились на Индрапуру? Я что-то не так понял. Ну почему-то Индрапуру кореец берет. Ну, и отдает ее импульсу, нет. Так? Не, серьезно, я не понял, буду ли он... Ты отдаешь индусу Индрапуру? Да, нам не нужна.
Не Австралия, отсыпь мне деньжок. У меня нету. Нету? Куда ты потратил? У тебя 400 гол. Да. Я говорю, у меня нету у него. Ну смотри, просто в любой момент мне может объявить войну Египет, и мне нужно будет срочно ап. В любой момент, у него армии уже нет. Какой в любой момент? У него армии прям только. Где армия больше, чем у него, и ты жалуешься. Ну да. Еще военные лагеря в мою сторону построены. В сторону Игипта значит... тоже. Ну я вообще поставил просто военный лагерь в сторону всех. Не в столице, а что было? Вот, а вообще он мне нужен просто, чтобы купить в нем оружейную и ускорить мушкетеров. Я смотрю, у меня на границе мушкетеры стоят, я аж офигел. Чьи? Египетские? Ну вообще нет, бразильские, мы вроде как с ним друзья. Но... А что за мир? Что? Это за мир? Все вы так говорите. Юниты... Ну вот, вот эти мушкетеры в Ресифе, они явно говорят, что мы не за мир, мы хотим... Хочешь, я их отведу? Хочу. Или что, похоже, обороняться собрался? Last stand. Последний герой. Да. Куча рыцарей такие стоит. Не умирай, мне надо прилететь тебя разведать. Так меня еще кто-то, еще бразилец, по-моему, не нашел, да? Это повар. Еще Австралия тебе не нашла. Австралия очень хочет всеми дружить. А деньги же надо. Что нахуй все. Рыцари подъехали. Да, египетские рыцари подъехали. Это секрет. Нет. Вроде пока не к нам. Я тебе там дружбу предложил, но ты, видимо, считаешь игнорировать этот факт. Он вообще игнорирует эти сообщения на сделке. Я тебе кинул дружбу. А куда мне наделось, интересно? Ну, я не знаю, я мог ее проскипать. У меня тут было несколько сообщений. Все, убьют меня. Сейчас еще из города. А. А, нет, так этот уже походил. Тогда не убьют. Смогу разграбить. А ты тут куда вообще идешь? Ну, из-за Индрапуры, наверное. Ну, у него так и так получится. Слушай, кореец, а что тебе этим помогать города захватывать? Ты вон Анкарват захватишь, я с тобой мир заключу и получишь эти города все. А я пускай они дальше мучаются. Зачем ты им помогаешь? Ты думаешь на одном городе отбиться? Нет, я не думаю, но это хотя бы вам меньше... Нет, больше времени займет. А так получается, кореец за вас всю работу сделает? А вы такие радостные, ну, получите, да, города. Да, 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 всю работу.
Да, всю работу. Я с тобой воюю уже хрен знает сколько ходов. Если бы не это обстоятельство, Корея да, тут только города-то захватывает кореец, я ему это позволяю делать, да, чтобы с тобой воевать. Воюю. По-моему, логично, чтобы он получил ускорение, захватив города. То есть он просто захватывает, я с ним мир заключаю. И он получает бонусы от этих городов. Делать. Это обострение игры в будущем. Кореец, понятно, ты слышишь, что я говорю? Не игрок. Да, слышу. Ну, что скажешь? Еще раз говорю, мне этот Индрапура не нужен. Я не знаю, что. Индус медлит. Ну, так просто отходи войсками. Я не буду следующим ходом тебя ничего там обстреливать оттуда. Пускай они захватывают. Иди вон Анкарват. Просто если у тебя Анкарват, там три юнита, и ты его никак не можешь взять. Чё тут стараться с этим? Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии consolewar.ru. Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите пригоршню бонусов. consolewar.ru. Египет просто город хочешь или разнести ему город хочешь? Лёша. Здесь население на реке, конечно, я возьму этот город. Но он отвалится по лояльности, я думаю. Кореец, ты можешь сказать, мы договорились или нет? Мне сейчас обстреливать тебя или нет? Договорились. То есть ты Интерпор захватываешь? Нет, то есть я ее оставляю. Ай-яй-яй. Блин. Я тут общаюсь с корейцем, забыл про своего чувака там. Египет, тебя много там? Или мало? Чего? Может, я еще мучаю, дай боже. Это так вот. Так вы ж вроде не обстреливаете, чего там стреляете друг друга? Стокгольм. Ты меня слышишь? Не Стокгольм. У меня есть важное предложение, короче. Точнее, у меня был вообще изначально важный вопрос. Где твои союзы? Мои союзы в попе мира. Не понял, Корея заключила мир с Кхмером? Нет, почему? Нет. А, просто тут рыцарь очень странно выбежал. Я не пойму, он просто не захватывает Индрапуру и забирает Ангурват? Да. Индус, ты если хочешь Индрапуру захватывать, то тебе лучше сначала мне войну объявить, а потом слоновик тебя ж выкинет. Ну, слонов выкинет. Так, мне надо 180. 142. Я тебе, Индус, предлагаю объединиться против Египта, снесем ему вдвоем юниты, а потом ты спокойно захватишь мои оставшиеся два города. Потому что иначе знаю, смотри, спокойно иначе ты будешь сейчас с Египтом, ну, спорить по поводу этих городов изначально. Он же явно не хочет, чтобы ты их брал, лучше себе их заберет. А так мы сразу... Это какие? Этот план, он, Леша, очень
какой-то тимплейный. Ты исключаешь в нем вариант своей победы. Типа. Подожди. Когда на меня двое нападают одновременно, а сейчас еще и третий будет, то как-то о тимплее говорить сложновато. Да. Там просто свою шарманку теперь включил. Я уже напомню, что, ну, я напомню, что у меня столицы своя. Нету. Еще так, на минуточку. А, Invictus там предложение тебе, по-моему, кинул. Ладно, давай симулировать союз. И кому? Нет. Кстати, Кореец, ты в союз вышел? Да, по-моему. Давай военный заключим для ускорения всего этого дела. Давай. Против кого военный? Ну а кого мы тут пилим уже, я не знаю, 30-й ход. Ну вот это его в любом случае, мы его выпилим-то в любом случае. Ну он очень хорошо сопротивляется. Вот. Я мог. Египет, ты через этот проход постоянно какие-то юниты сюда ведешь. Вот тебе нефиг делать, реально. У меня просто город с той стороны, и тут ближе. Ну как ближе? Ты по одному ходу делал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тебе ну, семь ходов, ну, тупо вести юнит. И ты сюда уже приводишь третий а юнит. Там дольше. А там дольше. Там ходов 10, потому что по дорогам на две клетки идет. Это что? Чего иди? Я там кинул предложение. Типа имитации союза. Да, имитация. Что Индия, что имитация? Ну он типа право проходу засунул мне и говорит, это типа союз. А что, это не союз? Нет, это просто право прохода. Дружба. На дружбе право прохода, это почти союз. Боже, это Египет, это слить столько армии просто ради чего, я не понимаю. Это, ты мог сидеть развиваться, я не знаю, это же не пятерка, это шестерка. Здесь потеря города не значит ничего абсолютно. Тут даже потеря столицы не так критична, как в пятерке. Да, да, я с тобой полностью согласен. Иду дальше воевать. Получилось крайне, ну, часто уже что, куда деваться. Ну, часто, да. Подожди, что математика? Да, значит, это именно так. Просто Хмир не тут цель выбрал, надо было ему Корею атаковать. Изначально? Мне... Я бы атаковал Корею только в самом начале, если бы ты не поставил город, Индус. Если бы ты там не поставил город, я бы поставил 4 города и атаковал бы Корею. Дальше получилось так, что я воевал с тобой, армия около Египта, у Кореи уже есть развитие, у него уже есть армия, потому что Египет был реально тогда предпоследний по армии, предпоследний. А у Кореи, по-моему, Корея как раз вторая была, я был первый, а Корея вторая. Вот тогда уже, то есть он строил армию. Ну... И более того, его города оказываются дальше от меня, чем города Египта, вот эти два, Эдфу и Нихен. То есть я даже если беру Кёнджу, он очень неудобно как-то так расположен получается. Ну а сидеть в развитии 4 города, по-моему, без вариантов.
уныло. То есть это потом, в любом случае, вы могли бы, например, договориться, тем более, что у корейца вообще нету соседа, я так понимаю, он мог вообще потом прийти как-то напасть. Или это кто-то за Слизерином. Француз как-то твои войска не внушает, француз. Индус, не обстреливай только мне, юнит, я не буду тут твои трогать. А, видишь, не обстреливай. Вот как хмеры наставлять этих людей, а то потом они забанят. Чего? Меру не оставлять великих людей, потому что если мы вынесем, мы не сможем дальше их брать. Баг типа? Почему баг? Это не баг. Ну, по-моему, пока баг. Не вынесем, мы не сможем брать новых. Игрока же нету в игре, а висит, как будто он должен, ну, его счетчик висит. Я думаю, это баг. Я думаю, я прошлого торговца забрал офигенно. И Австралия его забрала, пока я тут затупил маленько. Осадная башня. Да это вызов. Кто-то еще играет с осадной башней. Мы тут немножко упоролись. Блин, Фантом, ты даже по культуре, как я, идешь. Ну да. Я ж не строил культурных районов. Опа. А чё это Франция там забустила науку? Да. Я просто взял ученого на плюс 4 от универов. Всё. Подожди, я только на плюс 2. Не, на плюс 4. Подожди. 4 раны. Плюс... Разве нет? Ну посмотрите, какие наняты. Ну, у меня плюс 4 еще не будет. А, плюс 2, плюс 2, извините. Плюс 2. Как же так, Австралия? Строим юниты, а то нам все говорят, войну объявим. Вот строить юниты. Да ты, у тебя и этот защитник веры, у тебя и Австралия бонус твой. Ты вообще там как в масс сидишь. А ты должен наоборот расслабиться, когда объявят войну, просто войска ниоткуда объявишь. Тебе за каждый ход будут вылетать танки. Я хочу, чтобы когда мне объявят войну, я мог с этой кучей кнопки... Выстроить, сделать проект из космопорта. А пока что построить армию, чтобы потом этим.
Там Moonlight уже будет ставить город, и мы там в тундре на краю света. Боже, так... Так может, слон... Так слоны страшно кричат. Больно делаешь. Не, я не делаю, они город атакуют. Еще балконг есть. Ну ты там, конечно, хорошо поставил. Не хочешь продать мне пиво? Не особо. То, что хорошо поставил. Да фиво. Так, что я тут рыцарей завершил? А, у меня железа больше нет. Так. Инвиктус. Кореец, а у тебя войска там вообще сейчас где? Анкарват берут. Да. В ущелье дупляют. Что-то я не вижу рядом с Анкарватом, кроме одного рыцаря, больше войск. Ну, военный лагерь убирают. Подойти-то невозможно, он же отстреливает из города. Тут такой интересный распил Хмера. Да, тут вообще у меня на карте красивое такое месиво из желто-зелено-фиолетово-красных юнитов. Они все такие, ну, вместе как бы. Просто каждый город атакует своя сторона. Да, да. И такой договор, пакт о ненападении. Как будто это Кхмеры, каждый город это типа свое государство. Маленькое. Ну потому что тут выгоднее, типа... чтобы человек отбивался, как бы защищался от кого-то одного. Но Египет сделал все, чтобы я не смог от Кореи отбиться. Ну и в итоге... И Египет, главное, и ничего не получил. И ничего не получил. И даже если он захватит этот Хари Харалайю, она у него отвалится по лояльности, он не может ее удержать. Чем прикол? Да, это полный провал. Это Корея, что ли, сузерени Тунгрена? Или Египет? То Валетта, то Антиохия. Египет, так давай мир заключим. Зачем? Продолжать это все. Ты же все равно не жилец. Ну да. Ну так ты все тратишь и тратишь какие-то усилия. Ну только минуту не хожу. Просто кучу ресурсов потратишь каждый ход. Сейчас уже только время. Тоже, конечно, ресурс. А у тебя индус дружбы типа с Египтом, да? Хочешь ему все равно этот город отдать? Ну, у меня пока дружба с ними. А, уже нет, кстати. Ну так, время ударить с этой стороны. И Хари Харалайю себе забрать. У тебя-то она не отвалится по лояльности, в отличие от него. Ну, просто он такая личность, что упорится сейчас в меня. Мне что-то этого меньше хочется. Ну, если я в тебя упорюсь, это уже совсем финиш будет.
Ну, в том плане, что нечем упарываться там. То есть войска есть, но у тебя же слоны. Я не против пока, что вы повоюете немного. Меня больше волнует австралиец. Серьезно, у Франции науки больше. Всех исследовано больше. Волнует австралиец. Как всегда. Да потому что австралиец строит войска, а не свечные районы, по-моему. Ну, нет, я не строю войска, я их уже построил. Как бы я сейчас строю одну лошадь, чтобы получить немного очков эры. О, Леша засизеринил Бандер Берней. Спасибо. И ты мне его засветил. Так. Чёрт. Так. Не трогайте ли собой, ребят. Кому-то нужен? Моя ГГшка. Не трогайте, я буду злиться и буду плохо себя вести. Строительство оборонительных зданий. Да я засадил туда, посмотри. Не извини. Мне просто сейчас похлопнули. Этот бомжеский город дает 150 голды вход. Так, ну, просто у него бонус из арены. Мне тогда уже строительство этих зданий банки, нафиг банки, надо. Чё, банки везде. Знаете, может содержание ее или... Древнего мира античности у меня же не древнего мира. А что у меня с великими полководцами? С Египтом тут пока на краю света по всему, по всем параметрам. Мало. Претенденты на будущий союз. Кстати, индус, что там насчет стратегического союза на будущее? Ну давай когда и Кхмер вымыли, тогда поговорим. Я тебя понял. Просто слушай, ничего еще Корейс, не понятно. Не обстреливай ты меня этот военный. Я ж оттуда тебя не обстреливаю из этого военного района Хари-Харалайи, который. Я оттуда тебя не трогаю. Видимо, сам рассчитывает на этот бог. Но он мне не мешает пройти. Так просто иди мимо него. Да ты там не пройдешь, там еще куча армии мои и иди. Нет, он не, ту- он не туда хочет идти. Ну пусть обходит. По Да блин, ну... Успел. Как же ему тяжело все убивается. Так Виктор сидит прокачанный. Да. Ну кореец, ну рыцаря-то зачем обстреливаешь? Корея жаждет крови. Чуть я не ушел в нормальный век. Вот я одумался, что в последний ход. Анкарват это какой город? Да, все правильно. О!
Ну, то есть она отшили две нации, Франция и Корея. Ну, Корея конкретно она отшили. Ну что, Австралия, следующим ходом можно союз, если ты так хотел. Или у Египта есть планы на Австралию? Ух, блин. Ты меня отвлек, я чуть Министерство иностранных дел в городе не построил. Ну, надо было построить. Корейцы чего? Я закрыл, чтобы посмотреть, что за город. Это и... тот, который... Не понял, ну, блин. Ну, теперь, да, я вижу, но... Еще раз. Индус, ты еще не вышел в Египет, чтобы с тобой союз сделать. Египет. Ну что, последняя цитадель осталась. Да. 70 сил. Там. Последняя цитадель иудаизма. 70 сил. У кого 70 сил? У Лёши, город. А, ну нормально. Дефается. У меня в городе с Виктором 50. Что у него там? Виктори 48, город 70. Египет-то. Ты что там с Кореей собираешься? Что думаешь насчет Кореи, точнее? А что там думать? Ну, просто, ну ты видишь, какие значения науки у всех. Или оставить Корею в покое, и мы типа союзники? Секунду, да, я разберусь. Оставить Корею в покое, у которой армия больше, чем ваша? Типа вы сейчас что-то можете Корее сделать, такие вот, два вояки. О, хочешь сказать, у меня вместе нас вынесет. Я не хочу сказать, что он вынесет, но то, что вы его не захватите, это точно. Чтобы вынести это, ему еще надо на вас нападать. Ну, я просто не думаю, что смысл есть прям так атаковать Корею, потому что там, ну, другие намного мощнее отрываются, даже если Корея будет догонять каким-то образом. Это как-то тяжело представляется. Ну, вот в этих войнах со мной зачем-то. Ну, правда, не знаю, что тебя индус притормозил, не знаю, почему у тебя так мало науки. Индия. Не, давай вот с тобой, хотя, не знаю, с тобой есть смысл. Ну, у меня просто экономический и культурный уже занят. Хочешь, могу религиозный. Ты его уже принял. О,
Индус. Во, карточка темного века, я и забыл, что она еще, по-моему, возрождение имеется. И все, нимба караваны сейчас будут. Индия. Примешь? Смотрите, Индия миссионера купила и уйдет. Лучше нам свои. Так мне надо держаться, может я еще могу верой победить тут. Убеждать верой — это самое правильное решение. Всегда так делаю. Превратили из Лёши Горин государство. Что ты еще договор, что там? Что за фигня? Ты предлагал что-то? У меня, короче, минус 7 в городе. Интересно, из-за чего? Ну, из-за войны, из-за чего? У меня устало с войны минус один. А, лояльность ты имеешь в виду? Понял, он оккупирован просто. Да. А, ну это да. Я просто выбил юнита. Давай ты арбалет отведешь от Харихаравай, Индус. Там мешаешь ходить. Ну, я ж не только тебе мешаю. Так, кому еще? Ну, этот египтянин не может нормально атаковать. Где ты там видишь юниты Египта, которым ты бы мешал? Да, отвел, что ты там видишь. Египет чекнет. Египет, да давай мир, что ты это юниты теряешь? О, смотри, может кто-то прокачается. Нас догнал уже. По науке-то. Вот. Парни. Только вы не верили вообще. Парни построили кампуса, сразу все хорошо стало. Я всего один кампус построил. И то не застроен еще. Это уже неплохо. Ну да, да. Это прям рекорд, я... можно сказать. В Брисбене такая аптечка, чтобы его брать. Что за... Ну, на стыках. Литосферных плит влазил в горы. Ну, логично. Я имею в виду континенты в игре. Ну они же континенты в игре, это ж не литосферные плиты, это так как люди разделяют они по некоторым факторам. Одни из них — это горы, причем гряда гор. Вот Европа от Азии же отделена как в Турции морем, потом Кавказскими горами и Уральскими горами. Вот типа континент. Ну, точнее, часть света, правильно сказать. Почему здесь континенты называются? Мне даже интересно.
монархии. Ну, это первый недоступный вариант. Бачки подъехали. А что, вы с индусом будете воевать? Ой, то есть индус и кореец воевать собираются? А где карточка на фрегаты? Алексей, где торговая карточка на фрегаты? Торговая республика. Карточка на фрегаты? Торговая республика, вроде. В исследовании, да. Вообще, кстати, я обратил внимание, что если все остальные карточки можно, ну, примерно в одно время, когда у тебя юниты появляются, но морские юниты почему-то они намного позже, чем сами юниты. Видимо, потому что они 100% дают. Карточки, наоборот, появляются раньше, чем юниты морские. Нет. Ну, потому что, ну, фрегаты обычно не особо нужны. Вот. И наоборот, ты быстро идешь в торговую республику, чтобы зарашить, ну, торговую республику, а во фрегаты тебе идти особо смысла нету, поэтому карточка появляется быстрее, чем. Это для тех, у кого нету смысла туда идти, а те, кто хочет фрегаты строить, ну, то есть вообще любой юнит, то же самое касается этих подводных лодок, например, там, крейсеров. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.